вами уже отмечали, что представление о Боге, оно проявляется в практике, оно проявляется в других каких-то областях богословия. И сейчас просто несколько слов нам нужно сказать о том, как представление о Боге, восточное представление, западное представление о Боге соотносится с восточной и западной мистикой. А мистика, известная той и другой церкви, ну, прежде всего, если говорить о западной церкви, то западная церковь, католическая церковь, не менее мистична, чем восточная. Но вот что характерно, что любопытно, вид мистики, проявления мистики на Западе совсем не такие, как на Востоке. И это перекликается с описанием Троицы на Западе и Востоке. Если восточное описание Троицы, совсем упрощая, можно представить так, мы сначала видим лица и потом понимаем, что за ними стоит сущность, то западное описание Троицы можно представить себе так. Мы видим, что есть Божья сущность и потом понимаем, что за Божьей сущностью стоит, стоят лица. Кстати, если вот говорить о каких-то следствиях из западного описания, и как это коррелирует с западными представлениями и об истине в том числе, то для Запада характерно так называемое естественное богословие. Что такое естественное богословие? Это когда просто наблюдая за окружающим миром, просто наблюдая какие-то закономерности, особенности этого мира, мы пытаемся сделать выводы от творце этого мира. Ну, наверняка вы сталкивались с подобными рассуждениями, что в мире есть порядок, значит есть тот, кто упорядочил. В мире есть движение, значит есть какой-то перводвижитель. В мире есть красота, значит есть тот, кто там эту красоту задумал и так далее. Есть очень много попыток доказать существование Бога через существование мира. Ну или обычное рассуждение, что вы шли по дороге и нашли часы, даже не видя человека, сделавшего эти часы часовщика, вы можете предположить, что часовщик есть. Огромное количество книг написано на Западе на эту тему. Причем смотрите, когда пишутся подобные книги, ведь тот часовщик, тот перводвижитель и так далее, о котором мы подобным образом рассуждаем, он является не какой-то вполне конкретной личностью, а просто мы заявляем о том, что есть некая сущность, способная быть перводвижителем или часовщиком или чем-то другим. То есть для западного богословия вполне естественно предположить, что из наблюдения за окружающим миром мы можем дойти до некого познания Божьей сущности. И это, кстати, вы найдете у многих западных авторов, включая того же Фомо Квинского, который говорит вот о таком естественном богословии, об общем откровении, делает выводы какие-то из общего откровения. Но потом говорится, что все из общего откровения мы понять не можем. Нам еще нужно особое, специальное откровение. И мы тогда понимаем, что есть Христос, есть Троица и все остальное. Здесь есть, конечно, проблема, потому что выводы от Божьей сущности, о каких характеристиках Бога, из общего откровения мы делаем на самом деле уже имея некоторые представления о Боге из специального откровения. Мы не в вакууме делаем, мы делаем в рамках европейской культуры и цивилизации, которая ну, какие-то элементы христианства в себе впитала, и в рамках другой цивилизации выводы были бы были по-другому оформлены. И к тому же, если вспомнить просто Писание, вспомните первую главу послания к римлянам, апостол Павел описывает, что с одной стороны Бог являет, конечно, себя через рассматривание творений, но с другой стороны, чем это заканчивается? Всегда идолопоклонством. Чего люди способны не сущность Божию рассмотреть а из рассматривания творений, а превращают представление о Боге в подобие там, птиц, зверей, пресмыкающихся и так далее. Так что даже с точки зрения Библии, естественное богословие – вещь чрезвычайно проблемная, но на Западе достаточно популярная и отсутствующая на Востоке. Это очень интересно. Вы не найдете, но если не считать вот этого западного влияния, помните, с 17 по 19 век, если не считать вот этой литературы, созданной в рамках этого западного влияния, то вы не найдете восточных авторов, которые бы писали о естественном богословии. А с восточной точки зрения человек способен разглядеть в природе Бога или проявление Бога только уже после того, как он обратился и достаточно возрос духовно. До того, как ты возрос духовно нечего смотреть на природу, все равно ничего не поймешь. А на Западе, наоборот, человеку, еще не знающему Богу, предлагают: посмотри на природу, и ты поймешь, что есть Бог. Поэтому смотрите, и восток, и запад говорит о том, что есть сущность, есть лица, и давайте я западной терминологией буду пользоваться, но на востоке лица вперед, сущность потом и никакого естественного богословия, на западе сущность вперед, лица потом и множество естественного богословия. Так что уже здесь проявляется разница, но еще более яркая разница проявляется в мистике. Как выглядит западная мистика? Западная мистика, она прежде всего направлена на лицо. И в основном западная мистика направлена на лицо, на личность Христа. Самые классические проявления западной мистики – это прежде всего так называемое сострадание, компасио. Помните, может быть слышали различные истории о западных мистиках типа Франциска Азийского, которые так размышляли о страданиях Христа, что на них на тело были появляются стигматы, раны. То есть там, где раны были у Христа, там вот от такого размышления о Христе появляются на теле или рану там, Франциска и у других католических святых. Стигматы нетипичны для Православной церкви. Конечно, там, в истории всякое бывало, но это как исключение из правил, а так в норме никаких стигматов у православных нет. Это католическая мистика, потому что она сосредоточена на лице. Следующая мистика, такая монашеская, более мистика прежде всего, так называемое богосупружество, когда многие католические монахи, хейни Тереза какая-нибудь и так далее воспринимали Христа как своего жениха, воспринимали Христа как там своего супруга, и множество-множество переживаний вот в этой вот сфере необычных у них было тоже чрезвычайно нетипичное явление для Востока. И, наконец, для Запада типичны и видения. Ну, не знаю, какой-нибудь из визионеров известных, Игнатий Лайола, ну, прославившийся и многими другими, конечно, явлениями, но и, помимо всего прочего, тому, тем, что видел разные библейские там, сцены, истории и так далее, опять-таки, прежде всего, связанные со Христом, прежде всего, связанные с жизнью Христа. Это западная мистика, сострадание, богосупружество, введение и так далее. Нетипично для Востока, потому что Восток в своей мистике не сосредоточен на лице. Восток в своей мистике сосредоточен на сущности. Сущности да, вот далекой, скрытой, непознаваемой, встречаемой только в энергиях. И поэтому Восточная мистика, ну, может быть, самая яркая это прежде всего видение света, переживание вот света, теплоты и так далее. Вот таким образом в свете, в теплоте происходит встреча восточного мистика с Богом. Вообще говоря, восточная мистика, я уже говорил, она необходимый элемент богословствования, и это не что-то просто вот такое для кого-то только избранного предназначенное. В идеале любой человек должен бы восходить вот в порядок. К Богу любой человек должен избавляться, очищаться от страстей, любой человек должен там, проходить катафатический, апофатический, если хотите путь, любой человек должен э, совершать вот, определенные молитвенные усилия, и в идеале э, по, в его жизни должна быть вот эта мистическая встреча. И самое яркое и самое популярное описание мистических встреч, то к чему мы все время возвращаемся, это Исихасская практика. Почему я к этому все время возвращаюсь? Помните, я вот предлагал думать о православном, веке, как о огромном мире, да? и мы уже видели, там и герои, и злодеи, и течения, и приключения, и чего только в этом мире нет, и всякая мифология и так далее. Так вот в этом мире есть достопримечательности, есть любимые места. И вот элементы так или иначе связанные с психазмом, это одна из любимых православных достопримечательностей. Ну, просто многие православные отмечают, что, например, стоит какому-то человеку приехать с Афона, Афон это крупнейший центр эсихазма в мире, афонский монастырь в Греции, так вот, стоит какому-то монаху приехать с Афона, и сразу же толпы людей сбегаются, окружают, и это особый авторитет для всех. То есть, не там, не знаю, не епископ, не местный священник, а человек с Афона. Афон ⁇ это особое место. И уже в этом отношении да, проявляется такой вот э, 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 исихазм как достопримечательность. А теперь разные истории, разные книги, разные повествования, и легенды ходят об этом в православной среде. Наконец, для тех, кто не в состоянии практиковать все это полноценное все равно предлагаются какие-то усеченные варианты вот так называемая Исихавская умная молитва господи иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного так вот она предлагается и обычным православным людям хотя бы 10 раз в день повторить хотя бы вот так мысленно вот не спеша об этом обо всем подумать причем практика достаточно старая. И, например, в наставлении Влад... князя Владимира Мономаха, это XI век, Владимир Мономах пишет наставление своим сыновьям, по, по тому, как им жить. И вот пишет, что когда вы отправляетесь в военные походы, едете на коне, чтобы вот там ваш разум не был занят досужими мыслями, то вы вот в дороге должны все время повторять вот эту вот молитву. То есть это, это, такая вот наполняющая православной жизни практика. Не обязательно там с видением, с мистикой, с особыми переживаниями, хотя бы в минимальной форме, но тем не менее это такой вот классический центр притяжения в православии, когда, начиная, когда вот в большей или меньшей степени это все использует, Но не так просто это стало частью собственно, подлинно православного, как, наверное, сейчас скажут, опыта, потому как в XIV веке, ну, в конце XIII века, в XIV веке исихазм вызывал достаточно большие споры в православной церкви. Когда он возник, вот, в Греции, на фоне, когда это все распространилось, то не все однозначно приняли эту практику, и, может быть, самый известный противник Исихазма того времени был некто Варлам Клабрийский. И просто я его чуть-чуть процитирую, чтобы вы почувствовали его отношение и то, о чем он, как это восприниматься могло. Варлам писал, они, то есть монахи, посвятили меня в свои чудовищные и абсурдные верования, описывать которые унизительно для человека, обладающего хоть каким-либо интеллектом или хоть малой каплей здравого смысла. Верования, являющиеся следствиями ошибочных утверждений и пылкого воображения. Они сообщили мне об удивительном разлучении и воссоединении разума и души, о связи души с демоном, о различии между красным и белым светом, о разумных вдохах и выдохах, производимых ноздрями при дыхании, о заслонах вокруг пупа и, наконец, о видении душой нашего Господа, какое видение осязаемым образом и в полной сердечной уверенности происходит внутри пупа. Ну, смешно кому-то, да. Кстати, любопытно, вот эти самоописание, красный свет, белый свет, особое дыхание, там, сосредоточенность на пупе и так далее. Если вы что-нибудь читали о медитации восточной, да, то вы увидите много-много общих элементов. Тем не менее, вот Варлам Калабрийский критиковал все это. Ну, не исходя, я не знаю, знал ли он что-нибудь о восточной медитации. Ему просто сама практика казалась неприемлемой и абсурдной. Но, тем не менее, ему противостояли Григорий Палама, к которому мы все время возвращаемся, я один из главных героев православия. Он обосновывал норму, обосновывал возможность такой практике и обосновывал он это вот видение света, которое происходит при всех вот этих вот манипуляциях, тем, что при этом ну, мистик, при этом молящийся, видит так называемый Фаворский свет. Помните, когда Иисус со своими учениками зашел на гору, ну если на дальнем периоде в Библии вообще не сказано, какую, но ну, по, по преданию гору Фавор, да, и преобразился, и они увидели свет. Что за свет они видели? Наврлам считал, что это было чисто атмосферное явление, а Григорий Паламан настаивал, что явление было не атмосферное, а было вот видение нетварной Божьей энергии. Мы возвращаемся к этому. Все взаимосвязано увидели нетварную, одну из нетварных Божьих энергий а именно свет. Помните, Бог есть свет. Но всякое утверждение о Боге это утверждение не о сущности Божьей, а утверждение об энергии. Поэтому свет это одна из энергий. Если свет одна из энергий, то как эту энергию его и можно воспринимать. Что произошло на фаворе, увидели свет. Да вот что происходит с теми, которые молятся этой особой молитвой и как-то там правильно дышат. Видят свет. И вот. Это отождествляется одно с другим. Я, конечно, чрезвычайно упростил то, о чем говорит Григорий Палам, упростил там вплоть до искажений, но, тем не менее, примерно вот такая вот логика. Были церковные споры, было два собора, по крайней мере, посвященные этому. Не, не вселенских соборов, а поместных константинопольских соборов. И в 1351 году... Исихазм был утвержден соборно как православное учение. Имя Григория Паламы было добавлено святым для поминания как среди других святых во время Великого Поста. И с тех пор это часть особой, такой, в том числе и мистической практики Восточной церкви. Поддержите ТВ восеминарии молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tv Я уже чуть-чуть описывал, как это делается. Давайте, чтобы вы до конца прочувствовали еще одно описание, данное Никифором Уединенником, который, кстати, был учителем Григория Паламе. «Ведомо тебе, что дыхание наше, коим дышим, есть втягивание в себя и выпускание из себя воздуха. Орган, служащий всему, суть легкие, которые облегчают сердце и, проводя через себя воздух, обдают им и сердце. Таким образом, дыхание есть естественный путь к сердцу. Итак, собрав ум свой к себе, Введи его в путь дыхания, коим воздух доходит до сердца, и вместе с всем выдыхаемым воздухом понуть его, сойти в сердце и там остаться. Приучи же его, братья, не столько оттуда выходить, ибо вначале он очень скучает в этом внутреннем заключении тесноте, когда же привыкнет, то не любит, наоборот, кружиться вовне, потому что ему там не весело и не радостно. Тогда таким образом войдешь ты в сердечное место, как я тебе показал, воздай благодарение Богу и прославляй Его благость, держись Его делания всегда, и оно научит тебя тому, что другим путем не узнаешь никогда». Подобая же тебе при всем знать, что когда ум твой утвердится в сердце, то ему там не следует оставаться молчащим и праздным, но не пристанут творить молитву Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя, и никогда не умолкать, ибо это, содержа ум немечтательным, делает его неуловимым и неприкосновенным для прилогов вражеских, и каждодневно все более и более вводит в любовь и в Бога. Вот так вот все это делается. Я понимаю, что не просто через дыхание ум ввести в сердце. И понятно, что я сейчас как протестант немного иронично об этом говорю, но важно понять, что для православных это одна из таких удивительных ценностей и святынь православного опыта, в том числе и православной мистики. И вот тут мы должны задаться, наверное, вопросом вообще о нашем протестантском отношении к православной мистике, к мистике вообще. Понятно, что вера в крупном смысле явление мистическое. В конце концов, мы обращаемся и общаемся со сверхъестественным Богом. Но также понятно, что священное писание, в общем-то, не предлагает каких-то сверхпереживаний при этом, оно предлагает путь молитвы ну, будет там слушание священное писание и так далее. И насколько мы можем судить об опыте ранней церкви, насколько мы можем читать первых даже отцов церкви, то что-то сверхособенного за пределами вот такого вот молитвенного общения с Богом нам на них трудно будет найти. А теперь же, когда мы смотрим на такие переживания, которые, да, ну, во-первых, чрезвычайно похожи почему-то на переживания с далеко за пределами христианства в совершенно языческих религиях, а во-вторых, ну, как-то не обоснованы ни священным писанием, ни опытом ранней церкви, то здесь у нас должна быть, наверное, некоторая настороженность. Мы должны все-таки задаться вопросом, да, явление есть, само собой, явление определенное есть, и совершая определенные шаги можно вызвать, но что позволяет нам быть уверенным, что это явление от Бога и дарованное Богом для нас не некий самообман, не некое искушение или не некое создание себе просто лишних проблем, так как у нас, ну, как у людей западных и протестантских нет подтверждения того божественного происхождения этих явлений, то очень разумно быть чрезвычайно осторожными в такой сфере. Ищите нас в поисковых системах по запросу Тв-семинария.